И снова мы хотим вас удивить, приготовить замечательные стейки рыбы. А у нас семга на этой замечательной сковороде с низким бортом. В чем ее преимущество? В том, что вы можете полностью всю поверхность рабочую закрывать, объем продукта, и с легкостью переворачивать ее на данной решетке, не в ущерб того, что она у вас начнет рассыпаться. Вот сейчас это все увидите. Для этого необходимо, опять же, как я раньше говорил, наливать немного масла на сам продукт, на само мясо, на саму рыбу. И аккуратненько это стараться размазать. Ставим решетку. Готовиться это будет быстро, в силу того, что мы ее предварительно нагрели. И сейчас вы уже замечаете такой момент, то, что наша рыба наполовину доготовилась. Сейчас ее необходимо посолить. И можно поперчить. Аккуратно. Еще раз. Вот в таком случае, видите, мне приходится мучиться. Я делаю такое легкое движение. И еще раз. Придерживаем сковородку. Аккуратно переворачиваем. И обратите внимание, наша рыба не расходится по слоям. И нам удобно работать на всей площади, работая с лопаткой. Еще минуту, и наше блюдо готово. Как вы видите, рыба приготовилась. Вы можете видеть ее на разрезе.